Всем привет, меня зовут Евгения. В клубе у Эдгарда я состою уже 3 недели. За это время я поняла, что я не жила, а выживала. Теперь у меня есть желание жить счастливо, в изобилии и благости. Также у меня практически целый год мучила меня одна вещь. Я не понимала, что это такое. И буквально после 2-го эфира в закрытом клубе я поняла, что это за роль. Я эту роль приняла, и теперь мне очень хорошо. Вот, параллельно я у Эдгарда взяла кейс про маму и обиды. И удивительные вещи начали происходить, потому что теперь мне очень легко общаться с дочерью. Я принимаю ее со всеми ее истериками, обидами, и очень легко стало. Также хочу отметить, что я поняла, что всю ответственность в семье я взяла на себя 100%. Теперь у меня есть желание распределить роли и нашу ответственность с мужем правильно. После каждого эфира я получаю осознание. Это удивительно, как пазлики складываются в картину мира, и потом я просто понимаю, ну, что правда никто не виноват. Ну, вот такие у меня интересные вещи. Так что всех благодарю, люблю, спасибо.